Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 313. Вычислите устно и запишите, как вы рассуждали. Вычислять устно можно таким образом. Можно группировать множители таким образом, чтобы получилось произведение или один из множителей, или каждый из множителей был бы кратен 10. То есть опять, как и в сумме, в предыдущем номере 312, мы группируем множители, чтобы у нас получилось произведение с нулем на конце, круглое число. А теперь сосчитаем устно А. 13 умножить на 5, умножить на 2, умножить на 7. Вот и начинаем группировать. Мы видим, что здесь множители 5 и 2 произведения дают число, равное 10. И у нас осталось 2 множителя 13 и 7. 5 умножить на 2 – это 10, а 13 умножить на 7 – это 91. А на 10 можно очень легко умножать, приписав к числу справа 1, 0. Получаем 910. Б. 5 умножить на 5 умножить на 6 умножить на 4. Тоже сгруппируем следующим образом. 5 умножить на 4. Получим произведение кратное 10. И 5 умножить на 6. Тоже получим произведение кратное 10, то есть с ноликом на конце. 5 на 4 – это 20, 5 на 6 – это 30, а 20 умножить на 30 будет 600. В. 7 умножить на 2 умножить на 5 умножить на 2 и умножить на 5. Мы видим здесь 2 умножить на 5 – 2 умножить на 5 – это произведения, которые равны 10. Сосчитаем сначала их. И у нас остался множитель 7. 2 умножить на 5 – 10. Еще раз 2 умножить на 5 – еще 10. И 7. 10 умножить на 10 – 100, а 100 умножить на 7 будет 700. Г. 2 умножить на 9 умножить на 5 умножить на 5 и умножить на 4. Есть два множителя, которые в произведении дают 10, это 2 и 5. И два множителя, которые в произведении дают число кратное 10, это 5 и 4. И еще у нас остался множитель 9. Получим 10 умножить на 20 и умножить на 9. Мы получим 10 умножить на 20 будет 200, а 200 умножить на 9 – это будет 1800. Д. 8 умножить на 4 – умножить на 125, умножить на 25. Здесь тоже есть множители, которые произведения дают число кратное 10. Это 8 и 125. Надо запомнить эти множители. Они очень часто попадаются при вычислениях и упрощают вычисления. И 4 и 25. Восемь умножить на 125 будет 1000. 4 умножить на 25 будет 100. Мы получим 100 тысяч. И Е. 5 умножить 4 множителя, каждый из которых равен 2. Умножить. Теперь 3 множителя, каждый из которых равен 5. И умножить на 6.
мы видим, что здесь есть 4 произведения, 5 умножить на 2. 4 множителя 5 и 4 множителя 2. В произведении они дадут 10. Еще у нас останется множитель 6. Мы получим 10 умножить на 10, умножить на 10, умножить на 10 и умножить на 6. Получим 6 с 4 нулями. А это 60 тысяч. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.